курсе 12, где мы пишем модуль социальной сети, наша задача была написать следующее. Добавляем новость. Загружаем картинку. Чтобы при сохранении переходило на запись созданной новости. Все получилось. Заголовок, картинка, сама новость. Домашнее задание сделать дизайн. И чуть позже мы добавим для того человека, который создал новость, редактировать, удалить эту новость, подписаться на новость и так далее, и так далее. Для тех, кто начал с этого видео, начало обучения на сайте spb-tut.ru. Ссылки в описании видео.